У нас на обзоре легенда Wheeler Gran Turismo на редкой комплектации. Тут стоят SRAM Force ободного формата. Помимо того, что это SRAM Force, так это и AXS, E-Tape, то есть это все электронное. Переключается по Bluetooth. Тут у нас аккумулятор переднего переключателя. И также сзади расположился аккумулятор тут. Кассета тоже SRAM. SRAM Force у него получается цепь, такая сглаженная в стандарте SRAM. Но в целом байк выполнен очень красиво. Мне такие форматы нравятся. Бесцветный лак в некоторых местах. Опять же, подчеркивает то, что делают итальянцы, а именно Чиполлини. Они любят тоже делать бесцветный лак, чтобы текстура карбона была видна невооруженным глазом под солнечным светом. Под солнечным светом. Вот. Ну и не только Чиполлини это делает. Это делает и Пинарелло, ну и Виллер, как вы можете сами заметить. Велосипед весит плюс-минус 8 килограмм. В целом это уникальный шоссейник, как говорил в начале видео, очень редкая комплектация. Выбрав этот байк, вы точно удивите своих знакомых, особенно если переставите его на карбоновые обода. Размер данного велосипеда 54 М. Если он вам понравился, он продается у нас в профиле на Авито, вы можете его найти. И там же можете связаться с нами. Ссылка на VIP аккаунт указана в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых видео. До скорого!